Всем добрый вечер. У меня Егор выскочил отсюда прям пуля, когда увидел, что я камеру включаю. В целом. Так, извиняюсь, мне звонят. Прошу прощения, просто подруга звонила, мы с ней разговаривали. В целом, что у нас сейчас, как многие спрашивают, как учится Оксана? Оксане просто даю домашнее задание, и она делает их, потому что у нас интернета тут вообще плохой, а по видеосвязи мы не сможем подключиться. Потому что на компьютере, на том, котором они делают уроки, у нас нету камеры, получается. И поэтому она делает просто в тетрадях, мы фоткаем это все и отправляем учителю. По ходу дела закрывать будут на дистанционку школу. Не знаю еще, правда, неправда это, но вот будут, скорее всего. Ну вот Оксана пока уже на дистанционном. Соликамск, Пермь, Березники, Чусовой тоже уже на дистанционном обучении по приказу губернатора. Ну там видно будет. Будем как-то справляться. Интернет у нас, конечно, в нашем районе в Нефтяниках вообще ужас. Интернет. Как вы заметили, даже я видео загрузить не могу из-за того, что интернет вообще плохой стал. Это просто кошмар какой-то. С этим интернетом мы маемся как только можем. В целом, я сейчас поем, и мне надо будет идти в садик. Сейчас покажу, что у меня сегодня приготовил на ужин, на обед, на ужин. Вообще, что сегодня муж приготовил. Я сегодня еще не ела. Первый раз вот сажусь кушать. Аппетита, если честно, вообще... У меня аппетит, у меня желания никакого нету, даже есть. Ладно, показываю, что муж приготовил. Вот такой вот вкусный суп у меня сегодня приготовил муж. Только у него лук, видимо, подгорел, да, Света? Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Светик сидит, ждет, когда я их хлеб отрежу. Да, Света? Она там сидит. Спряталась. Многие спрашивают, почему Светик спряталась, почему она не хочет показываться. Ну, из-за некоторых комментариев вот она не хочет показываться. Ну, пользуюсь я, Оленька, вашими ножами. Спасибо большое, очень нравятся ножи. Ну, вот, пользуюсь пока довольная. Вот этот ножик, кстати, я так поняла, что он для хлеба. Видите, он какой с зубчиками. Тебе корочку? Нет. Нет? Мякишек. И он так хорошо режет, даже крошек не остается почти. Ну, почти. На. Света туда подальше спряталась, сказала ее не показывать. Катя села за уроки, Оксана прописи пишет. Я сейчас перекушу, и мне надо будет уже идти в садик. Чувствую я себя, ребята, намного лучше. Спасибо большое. Еще немножко подлечусь, и будет вообще хорошо. Да, давай сюда. У вазы. Так. Дальше вот здесь прописываешь вот это, вот это. Да, многие спрашивали, какие у Оксаны прописи. Вот такие вот у них прописи они проходят. И вот так вот они пишут. Да. Тут вот она карандашом да что писала. Вот так вот она. Четвертая вам тоже будет. Ну, потом четвертая будет, да. Вот такие вот прописи они проходят. Сейчас вот они изучают букву З. Да? Иди. Пиши дальше. Тебе суп налить, чтоб остывал? Да. Хорошо. Сейчас налью ей супик, чтоб остывал. Сейчас запишет и будет кушать. Ладно, дорогие друзья, вот такой день. Сейчас поедим и пойдем вместе с вами в садик. Всем еще раз добрый вечер. Ну, я, как всегда, иду в садик. Знаете, постоянно дом, садик, садик, дом, садик, садик, дом. Я понимаю, что вам это уже надоело. Но видите, я никуда не хожу. Пока болею, я никуда не хожу. Тайсон опять в будке. Тайсон! О, видите, выбежал. Привет, мой хороший. Привет, мой хороший мальчик. Сегодня на улице тепло более-менее. Ну, немножко подмораживает. Да, Тайсон? Тайсон, сегодня у тебя глазки уже не светятся. Ладно, бежим в садик. То время уже подходит к половине шестого.
Всем привет, дорогие друзья! Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. В целом, сейчас занималась приборкой документов. У нас завелась мышь, которая везде лазит. Мы ее как не пытаемся поймать, и никак не получается у нас это. И сегодня мы заметили, что она залезла в ящик с документами, и там много чего погрызла. Это вообще ужас. Я сейчас перебирала, все это убирала. Решила переложить документы в контейнер и убрать прям на шифонер туда наверх, я буду убирать их. И надо сегодня также мне разобрать комод у ребятишек, у Вани с Мариной, потому что там все перевернули, вообще все. Сейчас я вам это все покажу, конечно же, и засниму все это. Также с Оксаной делали уроки и вот читала ваши немножко комментарии. Спасибо за поддержку, за вашу. Спасибо вообще за все, что вы остаетесь с нами. И всем желаю всего самого хорошего. Здесь вы видите, что вот документы все убрала. Видите, сколько порезанного какашечки. И он, я сейчас все это буду отсюда выкидывать и убирать. Видите, показываю все документы, то, что вот она погрызла. Но это не все, большую часть я уже выкинула. Просто вот, что она здесь натворила, она даже пластик погрызла. Сейчас сижу и смотрю фотографии. Смотрите, вот это вот, это моя бабушка в молодости. Работала продавцом в магазине. Классно. Оксаночка маленькая в садике. А тут все ребятки, ну кроме там Сережи, на речке мы купались. Ну это плохая фотография. Тут только Егорка хорошо запечатлен. А теперь отгадайте, кто вот это? Катя. Заплетись. Эти ребятишки все. Что-то перебирала документы, и там фотографии лежат. А вот здесь вот, вот она, Машенька, сидит. И вот у меня Машенька, красавица моя. А это Света с морской свинкой, с нашей лапуськой. Это когда у нас тут карусели работали в городе. Ну, это давно уже. Открытка еще, смотрите, какая старая открытка у меня есть. Вообще старая-старая. Это еще, по-моему, бабушкина открытка. Это племянница. Вот здесь мои бабушка и дедушка сидят. Видите? Бабушка и дедушка. Это Егорушка маленький. Я плохо думаю, видно. Это Ванька. Нет, это Егорушка маленький. Тут Катя с Оксаночкой. Угу. Да. Тут вон вся моя гвардия. Егор, Света, Катя и Окся. Самая завершающая Оксана. Тут у нас Света, Маша и Егор. Машка такая маленькая. Машка маленькая, ну, была. Катюха! Видите, какая Катюшка маленькая. Это мы на праздник ходили, Светланка стоит, она выступала. Это Машенька в садике, фотографии старые. На альбом купить, у нас альбомов не хватает. Это у меня бабушка вместе с Егорушкой. Это мы ездили в город Абакан. Егор и Света здесь. Да. Опять Егорка скачет. Напишите, кто вот это? Это мы в поезде едем. Егор со Светой. Катюха, это мы на речку ходили, и после речки мы вот так вот шли. Машенька, если кто ее не нашел, сейчас я вам ее покажу. Вот она танцует. Света, Егор и Машенька. Катюшка. Это моя бабушка. Многие говорят, что мы с ней похожи. Так,
Вот это вот я со Светой, с маленькой. Тут ей, наверное, месяца 4. Нет, один, мне кажется. Иди, играй. Тут у нас Катюша с щенком от Масин. Масины щенята, йоркширские терьеры перед Новым годом как раз. Вот такие вот лопатоськи. Егор, Катя, Света, и вон там сзади Маша стояла. Отвернулась, которая. Так, а это чья фотография? Машенькина. Вот здесь, вот с краю, у нас Машенька в красном платьишке стоит. Ребятишки опять. Вы нажимаете на паузу и просто разглядывайте. Это дети для меня делали фотошоп какой-то в Одноклассниках или где, не помню. И вот такую вот фотографию делали. Муж на работе. Здесь у нас Катюшка маленькая. У нас раньше разные карусели стояли в городе, а сейчас их нету. И вот здесь у меня Машенька маленькая, вот она стоит беленькая. Моя бабушка. Машенька маленькая. Папа с детьми возле дома. Тут у нас Катя, Егор, Маша и Света. Это Оксинка. А тут я уже с ребятишками. Они у меня, видите, все маленькие, полненькие были. Это у нас Егорушка. Вот тогда многие угадать не могли, кто же это на фотографии. Но это Егорка оказался. А вот это вот уже Ванюшка. Видите? Сходство прям один в один. Вот даже вот с этой фотографией сравнить. Тоже вот это вот свежая фотография. И вот там. Видите, один в один. Егор с Ванюшей. Владик, смотри. Егор и Ваня. Вообще прям. Ванюшка. Моя Мариночка с морской свинкой. Мариночка с крыской. Тут у Марины целая фотосессия была с животными. С Белочкой. У нас раньше много было животных, а сейчас уже не так много. Уже большинство раздала. С улиткой. Видите, какая большая у нас улиточка была? Ну, она в том году у нас умерла. С Шушей. С нашим стареньким Шушей. И еще одна с крыской. Вот наша Мариночка на празднике на ком-то. Тут Мариночка в садике. Тут, ребята, еще много фотографий. Вот это вот Света. Маленькая такая. Дальше. Света с... Так, 15-й. С Оксаной. Так. Это у нас Мариночка в садике фоткалась. Такая красавица. И еще Мариночка с мальчиком обнимается здесь. Тут, наверное, все Маринины пошли фотографии. В садике, когда их фоткают, я... Подожди. Я всегда прошу, чтобы не оставляли такие фотографии. Если они где-то что-то распродают, я обязательно покупаю. Чтобы у меня дома были эти фотографии. Это кто? Маша. Маша. Катя, Егор и Маша во дворе в тазике купались. Здесь у меня Света, Маша, Окся, Катя и Егор на фотографии. Это мы ездили в город. Здесь у нас Мариночка. Вот она стоит в платьишке.
маленький Егорушка. Помните, раньше у нас, вот кто с Красновишеска смотрит, были вот такие вот качели. Их там, по-моему, 3 лодочки, что ли, было. Вот тогда вот мы запечатлели эту фотографию. Одна единственная осталась, которая возле ДК в парке, когда у нас еще был ДК целый. Егорушка наш маленький. Егорушка с папой. Это Маша. Машенька маленькая. Смотрите, вот кто любит Машу. Смотрите, какая она маленькая была. Куколка. Опять мышонок. Это Катюшка. Это в садике у Машеньки праздник был. Вот Машенька в белом платьице стоит. Это у Мариночки. Вот там Мариночка сбоку. И вот Мариночка. Вот такие вот фотографии были. Напишите, вам интересно было или нет. И меня многие просили показать мамину фотографию. Я обязательно достану старые фотографии. И мы с вами, если вам будет это интересно, то рассмотрим. Это просто я тут перебирала ящик с документами. Вы видели, что там меня мышь натворила. Это просто ужас. Ну, слава богу, самые важные документы все целые. Убрала их сюда. Вот сейчас я покажу вам. Вон там, вон, видите, контейнер с документами поставила. Туда убрала. Вот такую вот. Немножко пробежали с вами по фотографиям. Напишите, если вам понравилось. Мне будет очень приятно. Всем желаю всего самого хорошего. Всем желаю крепкого здоровья. И всего-всего-всего. Чтобы все ваши мечты сбылись. Всем на этом скажу. Пока-пока.